В области Абай началось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса парламента и маслихатов. Всего в области создано 128 избирательных округа, из которых 34 находятся в Семее и Курчатове. В областной маслихат половина депутатов будет избрана по мажоритарной системе, часть по партийным спискам. Несмотря на то, что прием документов уже начался, желающих выдвинуть свои кандидатуры немного. К слову, взнос для выдвиженцев в депутаты Мажилиса составляет 15 минимальных заработных плат или чуть более миллиона тенге. В выборах по области Абай предварительно примут участие около 417 тысяч избирателей. В данное время ведется корректировка данных списков. Местные исполнительные органы работают над списками, убирают тех людей, которые выбыли, и добавляют тех, которые вновь достигли возраста или прибыли в нашу область. Все комиссии работают, выдвижение началось, оно будет продолжаться до 8 числа 18.00, 8 февраля. Когда уже пройдет регистрация, все данные будут размещены на сайте, в местных СМИ.